Я ехал на велике, который сперли потом, с подружкой, с которой мы через год расстались, по улице, которую всю перестроили, в кафе. Его просто потом закрыли. Мы беспечно болтали, то языком, то ногами. На месте этого кафе теперь пиццерия. Я даже захожу туда, заказываю себе пиццу с четырьмя сырами. Мне приносят ее, и разрезы на пицце напоминают мне велосипедные спицы. Вот так. Спицы, пицца. Но сейчас, когда я ехал на велике со своей милой подружкой по всем известной улице в наше любимое кафе, я ведь совсем не думал, что каждым нажимом педали я тоже подталкивал этот мир к энтропии и хаосу. Хотя пицца оказалась вполне себе ничего.